Оказаться в сказке и даже стать ее героем проще простого. Совсем скоро вы сможете это сделать, придя на спектакль в Щелковский театр. Но прежде чем открыть двери для зрителей, актеры и режиссеры собираются вместе, подводят итоги прошедшего сезона и рассказывают о грядущих премьерах, а еще проводят время с пользой. Руководители, актеры и сотрудники театра собрались на субботник в театральном сквере, а оказались в сказке 12 месяцев. Времена года поменялись местами. Чтобы все вернулось на место, актерам пришлось сделать немало. Поиграть в снежки, убрать осенние листья, поиграть на метлах и потанцевать. Такие встречи всегда проходят необычно и весело. Это традиционная встреча, это открытие нового сезона. Мы приступаем к работе, мы вспоминаем, как мы провели лето, свой отпуск. Всегда эти встречи очень радостные, мы все обнимаемся, потому что мы не виделись достаточно долго, у нас отпуск большой. И теперь все, мы начинаем творить, начинаем готовиться к открытию уже театрального сезона для зрителя. Новый сезон театра откроет спектаклем «Страсти по любви». Комедии по Чехову в постановке Светланы Погодиной. Впереди большой, очень интересный сезон. Наша самая основная боевая задача в профессии – служить делу, которое мы для себя выбрали главным в жизни. Поэтому будем служить, несмотря ни на что, брать силы извне. Вот. Ну, и немножко колдовства, я думаю, и все будет нормально. Хочется, чтобы все получалось, все удавалось, чтобы премьеры игрались. Артисты учились отчасти, что все получалось. А планов, как обычно, очень много. Будем пускать премьеры, 5 штук у нас в этом году. Поэтому, я думаю, все будет хорошо. Впереди много интересной и сложной работы. Читка пьес, примерка костюмов, репетиции. А пока приходите на концерты, которые проходят каждое воскресенье в новой точке притяжения – в театральном сквере. Реализовано по проекту «Жители» при поддержке главы городского округа Щелково Андрея Булгакова. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.